Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию видеопрограмм, посвященных влиянию протестантов на общество. Сегодня я хочу поговорить о известном человеке. Известен он, конечно, более школьникам и студентам географических факультетов, чем христианам. В первую очередь потому, что с точки зрения прямых успехов в миссии он был не столь плодотворен. Но как человек, оказавший влияние, он, безусловно, заслуживает внимания. Его зовут Давид Ливингстон. Известный для большинства школьников исследователь Африки 19 века. Но для нас, христиан, конечно, его успехи, его достижения связаны в первую очередь с тем, что он открыл Африку для активного миссионерства, для плодотворного миссионерства, изменив восприятие вообще белого человека для местного населения. Его подготовка к служению фактически начинается с отрочества, с детства, когда он, мечтая о миссионерском поприще, мечтая о том, что он отправится в районы, страны, не охваченные христианством, там, где еще мало что известно о Христе, о церкви христианской. Он готовил себя мысленно, он готовил себя морально, но подросший он перешел к более конкретным действиям. Он поступил в миссионерскую школу. В дальнейшем он также получил начальное медицинское образование, чтобы служить не только как миссионер, а также как медицинский работник, оказывая непосредственную помощь в тех районах, где медицина была редкостью. Жизнь миссионера в подобных странах действительно не сводилась только к чтению проповедей. Следовало завоевать расположение людей, которые априори относились к чужаку с недоверием. Миссионеру необходимо было убедить их в своих добрых намерениях, и поэтому они часто оказывали местному населению различного рода помощь, в первую очередь медицинскую, и это в немалой степени способствовало миссионерским успехам. Давид Ливингстон в начале своего служения запишет такие слова в дневнике: «Мы с женой старались приобрести любовь всех окружающих, помогая им в телесных страданиях. Миссионер не должен ничем пренебрегать. Малейшая услуга, ласковое слово, приветливый взор, все доброе. Вот в чем состоит единственное оружие миссионера. Оказывайте милосердие самым отъявленным противникам христианства, помогая им в болезнях, утешая их в горести, и они сделаются вашими друзьями. В таких случаях, вернее всего, можно рассчитывать на любовь за любовь». Вот такое восприятие миссии было у Давида Ливингстона, шотландского протестанта, евангельского христианина, который посвятил почти 30 лет своей жизни, можно сказать, лучшую часть своей жизни на служение миссионера. Почему же мы мало его знаем как миссионера? В первую очередь потому, что его достижения попутные, его исследования как географа были более успешные, более известные, более распространенные в прессе. И поэтому слава первооткрывателя, слава человека, который скрупулезно и старательно записывал многие объекты, где до этого не ступала нога белого исследователя, конечно, превзошли, возможно, даже все ожидания самого Давида Ливингстона. Именно эта слава географа, именно эта слава исследователя затмила славу миссионера. Тем более, как я уже говорил, на миссионерском поприще, к сожалению, современными мерками оценивая, он был не сильно успешен. Местных жителей, которых он обратил в христианство, можно было посчитать, может быть, по пальцам, но никак не сотнями и не тысячами. Современные миссионеры гордятся и хвалятся совершенно другими успехами, но это абсолютно не умаляет значения и влияния Давида Ливингстона. Фактически это был
тот человек, который попытался изменить восприятие белого человека у местных жителей, у темнокожего населения. Ведь до этого контакты с белыми, как правило, были контакты с работорговцами, с солдатами, с военными, с вооруженными людьми. То есть эти контакты не сулили ничего хорошего большинству местных жителей. В лучшем случае вожди племен могли договариваться, обмениваться товаром, но никакого результата для членов их семей, для подчиненных им это не давало. Восприятие белого человека было негативным. И вот появляется Давид Ливингстон, который начинает говорить о Христе. И не просто говорить, а показывать настоящее христианство. Фактически, показывая настоящее христианство, Ливингстон делает самое важное действие. Он показывает, что христианство не только слова. Это реальная жизнь, которая проявляет себя в больших и малых вещах, в мелочах и в более серьезных делах. В третьем миссионерском путешествии Давид Ливингстон утратил связь со своими станциями, утратил связь с родиной, и фактически его след был потерян. На его поиски отправили экспедицию во главе с Генри Стэнли. Это журналист, который впоследствии пытался немало рассказывать о Давиде Ливингстоне. Так вот, Стэнли, который отправился в экспедицию, пересказывает или описывает свое впечатление от встречи с Давидом Ливингстоном такими словами. «Кротость и надежда никогда не оставляют его. Никакие страдания, лишения и заботы, даже разлука с родиной и с близкими людьми не вызывают в нем жалобы. В конце концов, все к лучшему, — говорит он, — твердо веря в благость провидения». Это впечатление от беседы с больным человеком, истощенным не просто многодневными, многомесячными путешествиями, но и тяжелой болезнью. Именно такое впечатление осталось у молодого человека Генри Стэнли после общения с Давидом Ливингстоном. Нетрудно предположить, что человек с таким стержнем, с таким характером, он будет влиять. И он влиял. Он влиял на многие племена, через территории которых он проходил. «Ничто на земле не заставит меня в отчаянии бросить свой труд», — говорил Давид Ливингстон. «Я черпаю силу у Господа, моего Бога, и продвигаюсь вперед». Давид Ливингстон предпринял три экспедиции. Результатом этих экспедиций были серьезные научные открытия, которые белое пятно в центре карты Африки сделали красочным. Оно значительно сузилось. Про Ливингстона писали, что он жил одной жизнью с африканскими племенами, питался с ними одной пищей, жил в их жилищах, делил с ними все их радости и горести. Он был их истинным другом, а они смотрели на него как на особое существо, как на высший авторитет. Ему неоднократно приходилось быть судьей в их спорах и распрях. Такое впечатление оставил Давид Ливингстон за 30 лет своего служения в Африке. Совершенно справедливо на надгробии Давида Ливингстона начертаны следующие слова. «Перенесенный верными руками через сушу и море, покоится здесь Давид Ливингстон, миссионер, путешественник и друг человечества. 30 лет его жизни были посвящены неутомимому стремлению распространить Евангелие среди народов Африки, исследовать неразгаданные тайны и уничтожить торговлю невольниками, опустошающую Среднюю Африку». В Вестминстерском аббатстве, где похоронено тело Давида Ливингстона, вы можете прочитать эти слова. Но, конечно, лучшей памятью являются не только слова,
но и жизни тех, с кем соприкасался Давид Ливингстон. Хорошей памятью является также открытие, которое он сделал. Его открытия положили основания для дальнейших путешествий. Никто из исследователей Африки не дал для географии больше, чем Ливингстон за 30 лет своей работы. Маршрутами своих путешествий он покрыл примерно треть континента на пространстве от Кейптауна почти до экватора, от Индийского океана до Атлантического. Он совершал свое путешествие большей частью пешком, неторопливо, тщательно наблюдая и записывая все, что он встречал на пути. Его географические естественно-исторические наблюдения являются или отличаются, точнее, большой точностью. Ливингстон проследил все течение реки Замбези от ее верховьев до устья. Он открыл озера Нгами, Ширва, Ньяса, Мвера и Бангвеола. Он первый пересек Калахари с юга на север. Им было определено положение более 1000 пунктов. В результате его открытий, как я уже сказал, карта южной части Центральной Африки значительно пополнилась новыми данными и перестала быть белым пятном. Именно вот эти открытия в первую очередь и сделали Давида Ливингстона известным. Но давайте не забывать, что за всеми этими научными достижениями стояло сердце миссионера. Человека, который полюбил людей, которым он пытался служить. Человека, который являл собой настоящее христианство. Именно поэтому, возможно, местные жители даже мысленно не связывали его с теми белыми работорговцами, которые, к сожалению, тоже встречались на пространствах даже Центральной Африки, Южной Африки, побережья и тех районов, где проповедовал и служил Давид Ливингстон. «Я сделал много открытий», – писал Ливингстон, – «но самое главное из этих открытий заключалось в том, что я открыл хорошие качества у тех людей, которые цивилизованными людьми считались племенами, стоящими на низкой ступени культуры». Вот так вот актуально, жизненно считал христианин 19 века. Он действительно смог увидеть доброе и хорошее в тех людях, которых презирали, уничижали и считали людьми второго сорта. Именно поэтому даже после смерти Давид Ливингстон, его имя произносится жителями Южной и Центральной Африки с благоговением и почтением. Протестант, миссионер, христианин, человек с большой буквы. Как еще можно выразить влияние его на жизнь африканского континента? Приведу один, на мой взгляд, очень яркий показатель. Мы живем в время, когда ненависть к прошлому выражается в разрушении памятников. Иногда это обосновано. Иногда памятники тиранам, которые когда-то ставились, перестают быть актуальными и уместными. Их разрушают. Иногда под раздачу попадают те, которые, в общем-то, к власти и отношения не имели. Но их памятники, их монументы тоже страдают. Потому что волна настроения или ненависти достигает и их. Когда африканские страны добились независимости, фактически это происходит в основном в 60-х годах прошлого 20 века, одно из первых проявлений ненависти к захватчикам, к оккупантам, английским, португальским, бельгийским, французским, выражалось в разрушении тех памятников, которые они ставили. Это были памятники королям, памятники известным писателям, поэтам, политическим деятелям, даже первооткрывателям. Многие памятники были разрушены. Памятники Давиду Ливингстону стоят до сих пор. Они не просто стоят, за ними ухаживают, их показывают туристам, они являются интересными объектами для посещения. Для местных жителей Давид Ливингстон не стал оккупантом, рабовладельцем, работорговцем,
колонизатором, он был и остался христианином, который говорил истину, истину с любовью. Именно поэтому и до сих пор вспоминается с благодарностью и почтением. Это, безусловно, человек, который оказал влияние на свое время, оказал влияние на общество. При этом до самого конца остался настоящим христианином. Желаю вам почаще видеть в своей жизни подобных людей, встречаться с ними, возможно, читать их истории и вдохновляться. Потому что именно эти истории достойны того, чтобы о них рассказывать почаще и слушать почаще. Всего хорошего, до следующих встреч, до следующих эфиров.